Опа, нам нужно в порталы попадать, значит. Хорош. Так, ускоритель. Опа, сбили меня? Да ну. Пробуем еще. Вот, ускоритель берем. Опа, ускоряемся. Так, портал заезжаем. Вот еще один портал. Есть. Ускоритель. Ой-ой-ой-ой-ой, столкновение, нафига себе. Колеса я все сбил. Такс. Нитро. Опа. Офигеть. Так, надо немножко тут разобраться. Кого? Вот это игруха, да? Hot Wheels. Так, опа. Так, это главное, ускоритель не буду брать. Есть, главный портал. А гонка окончена, четвертое место мы занимаем из всех четырех мест, офигеть. Продолжаем, ребятушки, играть в эту замечательную игру. У нас 8900, мы скоро откроем джип. Давайте выберем синенький автомобильчик. И здесь на мегарампе мы будем с вами прыгать. Спрыгивать, да? Спрыгивать, прыгать. Сейчас посмотрим, рампа будет другая или такая же. Мне кажется, точно такая же рампа будет, как и в прошлой серии. Так, аккуратно. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой же огромный спуск, ребята. Какой же огромный спуск. Ладно. Я даже на газ не буду нажимать. Потому что она и сама машинка ускорится, прикинь. Офигеть. Фига, сейчас мы скоростя наберем. Так, а что тебя колбасит в разные стороны? Алло, влево, вправо. Я ж не нажимаю налево. А-а-а! Смотри, перевернулась. Ух ты, круто, круто. Едем. Офигеть, нас колбасит. Офигеть, слева, налево, направо. Давай, здесь ускоримся. Давай, давай, пожалуйста, пожалуйста. Нам нужно куда-нибудь далеко проехать. Ух ты. А, смотри, мы дальше даже поезда свои ребята проехали. Ух ты. Да, плохо, что она здесь развернулась и... упала. 754 монетки. Ладно. Посмотрели мы, хорошо. Давайте другую игру поиграем. Red Canyon. Красный каньон. Поехали. На красном каньоне. На таком супер-пупер мощной машине. Прокачанный у меня грузовик. Максимально. И не составляет большого труда нам проходить эту карту. Это я просто показываю, демонстрирую в этом ролике, как легко можно проходить этой машинкой миссии. Грузовик у нас полностью прокачанный, ребята. Сейчас мы дойдем до финиша. Как бы я время не засекаю. Но я думаю, меньше минуты мы это все проезжаем. Все. Победа. Вот мы приехали. Так, окей. Ребятки, давайте проедем на синеньком автомобильчике. Почему бы и нет? Он у нас более-менее прокачанный. Мы его сейчас еще прокачаем, вот эту турбинку. Либо вот эта турбина, либо вот эта турбина. Я не знаю, напиши мне. В комментариях, если ты знаешь, что я прокачал сейчас, турбину или нет. Ладно, поехали, поехали, поехали. Угу. Так, все, у нас есть небольшая фора отъехать от этого монстра. Будем, естественно, пытаться уехать. Так, зомбарики, зомбарики, вы мне мешаете. Давай, давай, тачка. Я в тебя верю.
Быстренько-быстренько сейчас поедем. У нас главное тур... А, видишь, как турбо нарисованная? Турбина. Вот такую турбину надо и нам прокачивать, искать, где она. А вентилятор, я вообще не знаю, что за вентилятор такой. Что он дает, что он делает. Так, игрушка на английском, поэтому... Познание английского языка, ребята, если у вас лучше, чем мои, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, этого надо давить, давить, давай. А, он спрятался. Ну, почему-то он там разрушился, не знаю. Это что за человек-свеча? Зомби-свеча. У него нету головы, но у него зато есть свечка. Вместо головы. Ого, зомбари прям улетели те. Далеко-далеко. Ладно. Так, ё-моё, а почему я не могу? Вот он, зомбарь, прикинь, стоит. А я не могу подняться, мне не хватает мощи двигателя. Хотя я двигатель нормально прокачивал. Ой-ой-ой, последний удар, последний удар. Ах, прилетела и догнала меня. Ракета, ракета меня, ребятушки, догнала. Вот так вот. Ну что ж, давайте какую-нибудь другую игру поиграем. Ну а для начала давайте приобретем ежедневное предложение. Улучшим наши танки. Пока деньги есть у нас. И отправляемся против двоих. Так, баллиста, 250 рублей. Ладненько, мы, если что, можем купить и баллисту потом в будущем. Так, два танка у нас. Тоже, смотрите, там. Так, а это что у нас? Чувачок маленький. Кто на каком танке? На обычном? Будем сейчас пробовать их фигачить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, получай, есть. Так, этого мы ранили, сейчас этого я буду щелкать. Ух ты, нифига себе, подожди, на тебе. Так, сразу быстренько подлечимся, хорошо. Ух ты, смотри, как он несется, на, получай, еще удар тебе. Хорошо, ребятушки, победу мы с вами одержали. И получим сейчас звездочку. У нас уже 3-3, смотри, 3 сундучка, 6 сундучков в общей сложности. Хорошо, будем копить сундучки. Давайте дальше посмотрим. Так, два танка. Небольших. Ну, я надеюсь, мы их щелкнем. Сейчас постреляем. А ну-ка, тихо, кто там у нас? Вродненько. Давай, давай, подъедем. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, 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 тихо. Что-то так я и думал, что так и будет, ребята. Смотри. Давайте я здесь постою немножечко. Так, мой танк еще живой. Друг. Дружище, ты куда? Ты аккуратно тут. Есть! Уничтожили. Ребята, победа! Победа, остался я один живой. Ну, это хорошо. Еще одна звездочка. Поехали дальше. Берем титан. Так, два чувака на обычных танках. Да, они подкрашены. Ох, нифига себе у нас. Какие танки, ребята. Давай здесь постоим. Алло. Не спешим, не спешим. Ух ты, у него броня какая. Ух ты, ух ты, ух ты. Что это такое вообще? Сколько много они зафигачили нам. Так, у этого уже жизни мало. Он взорвался, ребята. Так, тихо. Не надо мне сюда стрелять. У них там что? Да, подлечимся. Ух ты, у него защита, смотри. Ах ты гад, а? Так, подожди. А, все. Да, победная серия завершилась минус 2. Офигеть. Атакама Альма. Новая какая-то трасса. Сейчас посмотрим, что это за трасса новенькая такая. Опа. Чувак, а? Мне интересно, когда я Индию открою, что там в Индии будет? Слоны стоять, бегать? О, так бензик взял. О, они еще притормаживают здесь, что ли? Серьезно? Я вообще на тормоз не нажимал, не нажимаю никогда. Максимум я могу только что газ убрать. Ух ты, ночью играем. Ух ты. Так, пока что 9-м едем. Я сейчас примерно на прямую линию надо выехать и включить турбо. Да, здесь пока турбо я не знаю где включить. Здесь постоянные какие-то эти повороты. Куча поворотов. О, давай здесь включим турбо. Офигеть! Ай-яй-яй-яй-яй! Еще раз турбо включаем. Ладно. Второе турбо.
И третья. Так что быть. Четвертым уже едем. Теперь мне еще обогнать двоих надо. Так, есть. Так, пока что третий еду. Уже. Вот если бы я второй или первый. О, да-да-да-да. Ах, нет. Помешал мне. Помешал мне, гад. Я еще не знаю, откуда эта машинка. Эта машина не участвует в гонке, я так понял. Где у нас? Вот эта зеленая вот эта машина. Ах, уехала. А, нет, последний круг, ребята. Я сейчас попробую. Ах, попробую их обогнать. Да. Очень сложно. Все мельтешит перед глазами, капец. Пробую ехать. Обгонять их. Так, вот этого мне... Ой, да ё-моё, чего ты где... Флажки вот эти врезаюсь постоянно. А, ну что ж, это было первый раз, первая карта, поэтому, может быть, не супер все идеально получилось. Ну да, потому что карта была... Впервые я на ней ехал. Особо я, ребята, не знал трассу эту. Так, ну что, мы тут прокачались почти что полностью. Поехали, попробуем, проверим. Ой, какой автомат, смотри. Как он хорошо быстро стреляет. Во. Вот это прям скорость. Вот это расстреливает как, а? Вот это я понимаю. Офигеть. Вот на этой, в принципе, скорости мы и будем ехать. Чуть-чуть ускорились, ладно. Ну, по 4 бакса. Ну, 3, даже 5 баксов бывает дают. Прям вообще нормально. Эх, ускоритель кончился. Здесь бы я ускорителя бы добавил бы. Чтобы побыстрее доехать. Давай, 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 давай. О! Да, мы сейчас доедем. Да ну, доехали, прикинь, доехали. Хотя там еще можно было прокачивать все. Руки греют, прикинь, замерзли. О! Че такое? Замерзли, что ли? Зима наступила? Так, опять едем? Нет. Не понял. А, господь, господь. Я теперь богом стал? Ребята, мы теперь стали богом. Ты представляешь? Офигеть. Офигеть. И что он делает, бог? И что, как эту коробку теперь? Я не понял. Hold, touch, to shot. Так, она ничего не нажимает. В смысле, алло. А, вот он как стреляет. Давай еще раз. А, 3 бакса мы заработали. Вот такой вот у нас бог. Так, а что, здесь он ничего не стреляет? А, вот в эти сейчас будет стрелять. Ё-моё, какой он медленный. Надо это все вообще конкретно все прокачивать. Все, поехали на этой, на жёлтенькой машинке сейчас поедем. Так, давай ускоряемся потихонечку. Так, уворочек. Опа, да, машинка у меня это прокачанная, жёлтенькая. Нормальная. Так, уворочек. Оп, отлично. Все, сейчас мне нужно будет зомбачков таких пораздавливать. Так, дубл килл есть. Ух ты, мы двойное убийство сделали. Так, а здесь ускорение у нас небольшое. И вторая база закончилась. Мы едем дальше. Я не знаю, до какой базы мы доедем. Будем стараться до максимальной базы. А сколько здесь вообще баз, ребят, напишите мне. Я не знаю, сколько здесь баз. До какой вы базы доезжали? Я помню, да, кажется, до 5-й максимально доезжал база. Или до 6-й. Я не помню. Ну, что-то не сильно далеко. Оп. Нифига. Вот и все, видишь? Эти, толпа. Толпа на меня идет. Так, ну вот, третья база. Угу. До третьей базы, в принципе, легко. Нормально доехать. Сейчас посмотрим. До четвертой базы мы доедем или нет. О! Лотерейные билетики. О, так, попали мы в лотереечку.
Собрали. Все, здесь можно крутануться. Опа, идеально, идеальное приземление. А нет, темпеста была хорошая. А какое же идеальное тогда приземление, я не знаю. Ой-ой-ой. Нет, здесь я не успею. Здесь, да. Здесь легко. Так, ну что ж ты переворачиваешься? Ну что ж ты взрываешься-то, а, машинка? Да, опять мы взорвались. Ну да-то.